Привет, меня зовут Эд, и я продолжаю свою обширную серию, которая будет посвящена домашнему удалению висячих папиллом и каких-то маленьких висячих бородавок. Я запишу не менее 10 уникальных простых домашних рецептов, которые позволят в короткий или не очень короткий срок избавиться от папиллом и висячих бородавок. Избавиться от самого вируса папилломы человека невозможно никакими путями. А избавиться от висячих папиллом на теле, конечно же, можно. Подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик и следите за обновлениями. Скоро, в течение нескольких месяцев, выйдут все эти уникальные домашние простые рецепты. А рецепт на сегодня такой. Еще один отличный и супер-супер бюджетный способ, как постепенно, не спеша добиться того, что папиллома просто отпадет. Берем луковицу, можно взять один небольшой лук и хранить остатки лука просто в холодильнике. Просто перед каждой процедурой мы берем и срезаем небольшую часть лука, чтобы образовался свежий сок. Берем кусочком нашего лука, который мы только что отрезали, и сок выделяется, просто смазываем папиллому, где бы она ни находилась. Если она находится под одеждой, смазываем и сидим 3-5 минут, пока все не высохнет. Потом просто одежду одеваем и занимаемся нашими любыми мероприятиями. Такую процедуру идеально делать от 3 до 6 раз в день с определенными участками времени. Например, каждые 3-4 часа. И так продолжаем работать каждый день, пока папиллома не отпадет. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня будут ваши лайки под видео, репосты и небольшой маленький комментарий. Кто не хочет писать комментарий, просто напишите слово спасибо. Поделитесь с друзьями в соцсетях данным видео и будьте здоровы!